Юрию Гагарину 85. На Земле немало мест, связанных с именем первого космонавта планеты. Родился на Смоленщине, учился в Саратове, Оренбурге и Москве, служил в морской авиации под Мурманском, а в космос шагнул со Щелковской Земли. Ему первому было присвоено звание почетного гражданина Щелковского района. 8 лет с 60 по 68 годы Юрий Гагарин жил в Щелковском районе. И большую часть этого времени в поселке Чкаловский, вот в этом доме, по адресу улица Циолковского, 4. Он и другие космонавты отказывались от квартир в Москве, потому что удобнее было жить рядом с местом службы, а здесь поблизости и ЦПК, и аэродром. Жилые дома в Звездном городке, который тогда назывался поселок Зеленый, в это время еще только строились. Торжества в честь 85-летия со дня рождения Юрия Гагарина прошли в микрорайоне Чкаловский, где недавно появилось еще одно мемориальное место – Аллея Героев Отечества. Бюст первого космонавта установили здесь 12 апреля прошлого года. «Едва ли думал простой деревенский паренек, что станет человеком мира, человеком вселенной», отметил в своем выступлении замглавы администрации района Юрий Родионов. А получилось так, что полет его и тогда, и сегодня определяет ход истории. После парада «Победы на Красной площади» в 1945 году, полет Юрия Алексеевича Гагарина в 1961 это было второе по значимости событие в нашей истории. Оно и остается таковым. Сегодня, несмотря на очень непростую политическую обстановку, единственное направление в экономике, космонавтика, остается без всяких санкций и ограничений. Это о многом говорит. Многие ценности, которые обладает наше человечество, они со временем будут утрачены. А вот имя героя Вселенной, который стал первооткрывателем в космосе, останутся на многие века в памяти всех людей. На митинг пришли местные жители, чкаловские летчики, ветераны. Среди них те, кто жил или служил рядом с Гагариным. Мне в жизни повезло, что я жил рядышком вот здесь, Циолковского 4, где жили такие замечательные летчики. И потом приехал Юрий Алексеевич Гагарин. Это замечательный человек. До того, просто с ним просто живешь и радуешься, что ты с ним встретился. Что ты его видишь, что ты его слышишь. Вот настолько было приятно с ним общаться. Сам я тоже был летчик, летал. Тем более близко, родной нам, Гагарин всем. Служил в дивизии, 8-й авиационной дивизии. Мы были на втором этаже, а космонавты были на третьем этаже. В одном ряду с ветеранами представители молодого поколения, юнармейцы, ученики местных школ. Они могут гордиться памятью о своем великом земляке, который проложил человечеству дорогу в космос. Я пришла с братом, с мамой и с папой. Я тут слушала, что про него рассказывали. Он хороший и он отважный. Юрий Алексеевич был очень веселым человеком. У него было хорошее чувство юмора. На всех фотографиях он был со своей знаменитой гагаринской улыбкой. Митинг завершился традиционным возложением цветов от благодарных потомков к бюсту Юрия Гагарина. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».